deux amoureux enlacés sur les toits de Paris, pas totalement inconnus. Je joue Juliette. Et moi je joue Roméo. C'est peut-être l'histoire d'amour la plus connue au monde, mais avec un souffle de modernité sous la direction du chorégraphe Benjamin Millepied, qui voyait ça comme une évidence, incarner certains soirs le mythe Roméo et Juliette à travers un couple homosexuel. Je n'avais pas envie de faire Roméo et Juliette, j'aurais juste faire un Roméo et Juliette avec un homme et une femme. On a envie de le raconter avec deux hommes, on a envie de le raconter avec deux femmes. Et c'était une expérience super pour moi. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'espérais interpréter Roméo. Et là, j'interprète Juliette. C'est encore plus excitant. Aujourd'hui, ça ne devrait plus être choquant de voir deux hommes jouer Roméo et Juliette. 16 danseurs redonnent vie dans un Los Angeles intemporel au texte de Shakespeare sur l'intense musique de Prokofiev. Les figures imposées sont donc respectées, mais la nouveauté, c'est cette caméra qui transporte le spectateur de la salle de théâtre au cinéma. Finalement, le spectateur ne se rend pas compte, il est juste porté par le mouvement des danseurs. Добрый вечер, друзья и они, другие. Вы посмотрели отрывок спектакля «Ромео и Джульетта». И да, тот, что с бородой, это как раз Джульетта. Вот, я сейчас, конечно, с амбивалентным чувством вспоминаю свою работу журналистскую, редакторскую, в начале 90-х, когда я делал «Новый взгляд», проект «Новый взгляд». Я помню, что Эдик Лимонов привел к нам молодого и, безусловно, талантливого автора Славу Магутина. Слава не скрывал своей гомосексуальности, то, что называется, был open gay, как сейчас говорят. И, в общем, это никого не парило. Он бесспорно украшал наши газетные страницы, никто не заморачивался по поводу его ориентации. И когда он сказал, что он хочет подать заявление со своим женихом Робертом в ЗАГС, в московский, я всячески поддержал эту идею, там предоставил газетные площади под этот репортаж. Понимаю, что Слава хочет хайпануть, но мне казалось, что это такой стёб. Что это такая вот какая-то игра, такие какие-то молодежные такие развлечения, что это не всерьез. Это всерьез. Это все было всерьез. И я повторю, я открывал окна Авертона, сам того не понимая и не подозревая о том, что нет, меня там никто мной не манипулировал. Это моя была как бы редакторская воля и мои решения, но. К сожалению, сейчас, ретроспективно, я понимаю, что не надо было этого делать. Хотя, как говорится, прогресс не остановить. И будучи за глобалистами, во всяком случае, так они считают. Так они считают, что атомизация социума мирового неизбежна. Не будет больше семьи. Не будет вот этой пресловутой ячейки общества, которая мешает осуществление всех этих глобальных проектов. Очень, кстати, вся эта ковидная история была показательна по реакции. Но песня совсем не о том. Я к чему это? К тому, что сейчас вольно или невольно Рамзан Кадыров артикулирует верный дискурс по поводу того, что спецоперация это война с сатанизмом. Я понимаю, что да, звучит пафосно, что кто-то ухмыльнется, но это действительно так. Но это действительно так. Вот можно, знаете, верить или не верить в то, что Украина собиралась в марте месяце напасть на республики ДНР и ЛНР. Можно считать, что опубликованные нашим Министерством обороны документы из биолаборатории украинских, американских, на украинской земле, это фейк, да все что угодно. Так же, как вот ну, с Бучей, вот, можно верить, можно не верить, там кто-то рассказывает из украинских пропагандистов про тысячи изнасилованных попугайчиков ложечками. Там, ну, что-то, вот это все вот лежит как раз вот в плоскости доверия к тому, кто озвучивает ту или иную информацию. Но вот это вот с Ромео и Джульеттой. Ну вот вы же видите сами, и я не знаю, может быть это прогресс, может быть за это будущее, но я тогда за прошлое.
Я за прошлое. Я не за советское прошлое ни разу. Вот не хочу я никакой реанимации Советского Союза. Ни в коем случае. Но я хочу, чтобы были мужчины и женщины, чтобы Джульетта была 14-летней девочкой, а не бородатым мужиком.